Подождите. Чем ваша официантка меня слушала? Это бифштекс с кровью, а я заказывала прожаренный. И еще я просила подать мне соус к пюре. Ответьте на один вопрос. Тяжелая у вас работа? Сколько ума надо, чтобы принять один простой заказ? Мэм, боже. Мэм, вы совершенно правы. Я прошу прощения. Я мигом все исправлю, мэм. Хорошо. Я пока доем салат. Прекрасно. У нас есть претендентка на звание стервы. Первым делом добавим наш отличный соус, картофельное пюре. Да, вот так, отлично. Потрудился, дружок, спасибо.